На ремонте вот такая швейная машинка. Честно еще говоря, не знаю какая. Еще пока тоже не знаю. Чайка 143. Значит, диагноз машинки: давно не шьет. Что-то, наверное, в нижней, ну, как говорила хозяйка, путает нижнюю нитку. Науке неизвестно, никто не знает. Сейчас буду разбираться, заправлю нитки и подключу педаль. Скорее всего, все работает, ремень есть. И будем пробовать. Ну вот я сейчас подготовился к тому, чтобы заправить нитки. Значит, немножко туговато идет в шпульке. Ну, в принципе, в пределах нормы. Значит, все-таки петляет не нижняя, потому что хозяйка сказала, что петляет. Здесь достаточно плотно. Вставляем и защелкиваем. Важно, очень важно заправить правильно нитку. Сначала сюда, затем в тарелочки зажимные. Обводим в тарелочках. Потом зацепляем за вот эту пружинку. Вот так. Потом за вот этот фиксатор, за эту дужку. Вот так вот, чтобы она бегала. Ну и все, дальше уже стандартно. Вот эту дырочку. Это, собственно, самая большая проблема. Многие забывают, как правильно заправлять. Потом вот сюда, в эту пружинку. Просто вот так вот чик. Потом вот крючочек. Ну и, собственно, в принципе, тут все правильно. Тут такое, значит, в машинках отверстия с разных сторон. Бывает сзади заправляется, бывает спереди, бывает сбоку. В этой машинке заправляется спереди канавка для нитки. Прорезь такая на иголке. Плохо, что не горит свет в машинке. Поэтому сложности заправить иголку могут возникнуть. У меня недостаток света. Но я все равно ее победил. Все равно, и сейчас будем смотреть, в чем вопрос. Вытаскиваем. На советских машинках нужно самостоятельно вытащить. Не захватывает нитку. Захватило. Так, вытаскиваем нижнюю иглу. И теперь здесь электропривод. Я попытаюсь показать, как она шьет. Я бы сказал, что стандартно все нормально. Итак, я начал шить. У меня вот как вот это вот я так шил. Снизу протягивается верхняя нитка аж внизу петелька. Это значит, что нужно немножко добавить натяжение. Добавил, и тут уже дальше лучше. Еще немножко добавляю и пробую. Сейчас посмотрим, чем все закончилось. Значит, ну, ага. Ну, все равно еще я вижу, не могу сказать, у вас тут видно все или нет. Еще вижу точки красные.
но уже более-менее они в середине. Еще немножко добавлю натяжение. Нужно так, чтобы вот эти петельки, они внутри там, внутри ткани оставались. Сейчас еще одна попытка. Закончилась нижняя нитка. Сейчас попробуем. Ну, внизу тут есть другая белая. Была розовая, розовая закончилась. Значит, затягиваем нитку. Значит, во-первых, затягивать нужно вот в обратную сторону. Если нитка тянется сюда, то вставляем катушку в обратную сторону, вращением в обратную сторону. И сюда заводим между двумя усиками, если их два. Бывает один, бывает два. Вставляем, вытягиваем нитку. И пробуем еще раз. На самом интересном месте. Она теперь, правда, белая, будет не видно, как я шлю снизу, ну а сверху будет видно. Так, я прошил. Ну, собственно, наверное, это то, что нужно. Показываю сейчас, что у меня получилось с этой стороны. Переворачиваю, затяжек нет, я вижу точечки только там красненькие, не знаю, будет у вас видно или нет, как-то там точечки красненькие, они где-то там в середине, собственно, так и должно быть. Ну, собственно, ремонт, мне привезли на ремонт, но это была просто регулировка, правильно заправить и натянуть нитку. Полностью отремонтирована машинка Чайка 143 с электроприводом. В принципе, нормальная. Но, как и все советские отечественные машинки, нужен еще тот, кто ее будет постоянно настраивать. И с этим, в общем-то, определенная проблема. Не все умеют это делать. Ну, а так, подписывайтесь на канал, сможете увидеть ремонт любой бытовой техники на канале. Посмотрите, действительно, любая бытовая техника. Это не для профессионалов. Обыкновенный простой ремонт сложной техники, чаще всего без каких-то даже сложных инструментов. Увидимся на канале.